Ареал обитания бражника. Монголия. Дальний Восток России. Центральный и северо-восточный Китай. Тайвань. Корея. Япония. В России встречается в Нижнеамурском, Сахалинском, Приморском регионе и в Уссурийском крае. Среднего размера вид с размахом крыльев 43-54 мм. Широкая крыловая кайма, одинаково окрашенная на обоих крыльях, с узким окошком в анальной зоне заднего крыла. Отсутствие белых латеральных пятен на брюшке. С заменой зеленого фона тела на оливково-желтый и сильным осветлением тегул. Наличие дополнительного анального окошка на заднем крыле отличает дальневосточную шмелевидку от близких видов. Держится широколиственных и смешанных лесов, где может быть встречен на прогалинах, просеках и опушках. Охотно заходит в урбоцинозы, особенно в парковую зону. Часто отмечается пьющим над водой. В горы поднимается до 2800 метров, но держится там в субальпике. Нередко год развивается в двух поколениях, с летом бабочек с мая по август. В Южной Корее до ноября. На севере ареала второе поколение не ежегодное. Кормовое растение гусениц – жимолость амурская, японская, патриния скабиозолистная. Гусеницы чаще встречаются на кустах, растущих в затененных и слабо инсолированных местах и под пологом леса. Держатся в центре побега и питаются вызревшими листьями в июле и августе, в Пекине до ноября. Куколка в легком коконе на поверхности почвы под мхом и опадом. И яйца, и гусеницы этого вида часто поражены паразитами.